Центр спортивной жизни села Архиповка. Свой рабочий день в Савинском районе глава губернии начал с посещения сельского спортивного зала. Проект реализован благодаря программе «Газпром детям». На строительство было выделено 8 миллионов рублей. Для района – неподъемная сумма. В спорткомплексе работают спортивные секции по мини-футболу, настольному теннису и волейболу. Жители Архиповки занимаются здесь уже более 2 лет. До открытия зала спортплощадки были только на улице. К здоровому образу жизни приобщаются теперь не только дети. Женщины среднего возраста, бальзаковского тоже куда? Огород закончился, да, уже? Вот, и надо куда-то энергию девать. С октября месяца 2 раза в неделю у нас тоже есть инструктор из наших же рядов, так скажем, активно занимающийся спортом. Упражнения такого спокойного характера, комплексы с предметами на ковриках.